Я приветствую всех любителей спорта, с вами Дмитрий Гамбоев, и смотрите в 88-м выпуске Лиги Чемпионов. Представляем вашему вниманию обзор матчей первой лиги России по мини-футболу. В рубрике «Интервью» побеседуем с президентом Федерации баскетбола Бурятии Евгением Загибаловым. Любительский волейбол. Покажем матчи женских команд и расскажем о секциях, где могут тренироваться все желающие. Со 2 по 4 февраля в спортзале в Сгуту прошел очередной тур первой лиги России по мини-футболу среди любительских команд. Команды хозяева — это Лары и КПРФ. Гости — это Ираэра и Безопасность из Иркутска, Питстоп из Братска и Ангир из Читы. Вот результаты матчей. Мы покажем вам два матча заключительного дня. Первый из них между КПРФ Улан-Удэ и Безопасностью из Иркутска. Для коммунистов матч сложился более чем удачно. В первом тайме они вели 2-0, а во втором забили еще 5, а пропустили всего дважды. В итоге 7-2. Вот яркие эпизоды игры с комментариями игроков и тренеров. Давай, пошел, Леня пошел. Леня пошел, говорит. Хорош, Саня, хорош, здорово. Медленно, очень медленно. Ну, они сели низко, видишь, Серега, скажи ему, чтобы он поменялся. Давай попробуй через боксинг. Через полиград. Ты смотри, пробежишь, отвалишься влево, вы на штангах просто поменяете. Кто здесь будет, тот под полиград. Давай. А ты просто отвалишь. Я либо Ваня, тебе там под коробку. Нужно сейчас с холодной головой. У нас счет 2-0, мы ведем. Надо успокоиться и на контрах играем, да? Понятно все? Понятно. Все, давай, стандартики все вспоминаем. Сегодня у нас передача «В саду или в огороде», и мы будем разговаривать о том, насколько эффективно сажать деревья в районе саженцев баклажан. Иван, да. Это же матч первой лиги между командой КПРФ и Безопасность. Как капитан команды, пожалуйста. Серьезно, что ли? Да, да. Вы немножко перепутали. Ваши впечатления, пожалуйста, по игре. Мы устали очень сильно. Третий день играем уже, про баклажаны какие-то разговариваем. Чуть не пропустили. Ну, пока нормально все вроде. 4-0 ведем, но нас поджали. Пятого катают соперники. Силы маленького заканчиваются. Что-то чувствую, жареный пахнет. Пойду лучше выйду. Сзади-то Леху оставляйте одного, вообще некрасиво. Красиво. Некрасиво. Я не хотел войти лицо просто. На самом деле сегодня вообще ничего не получилось. Как с первых минут не заладилась игра, так и пошла какая-то. Вот. По сути, конечно, есть претензии, что вчера, что сегодня неадекватное судейство. Неадекватное конкретно, что и судейство неадекватное. Одинаковые моменты трактуются по-разному. В одну сторону так трактуются, в другую сторону по-другому.
знакомо. То есть к уландынским судьям претензии или к иркутским? К обоим. Угу. Ну а сами-то? Не, сами я ничего, сами мы плохо. Сегодня мы плохо играли. Говорю, начало провалили, а потом уже, ну, пятого начали хватать что-то. Моментов было много, в принципе, можно даже было отыграться, но не повезло, получили еще. Ладно, спасибо. Без поражений сыграли мы только этот тур. Получается, реабилитировались за выезд в Читу. Ну, соответственно, 9 очков набрали. Какие планы строили на этот тур? В принципе, все выполнили. Статистику поправили, забили. Парни молодцы, все доборолись, все игры провели просто на очень хорошем уровне. Всем спасибо. Соответственно, Мусишка партия Российской Федерации Бурятскому региональному отделению очень большое спасибо за поддержку финансовую, моральную. Болельщики приходят, поддерживают нас, конечно, отлично. Всем спасибо, здорово. Ну а пока готовятся к выходу на площадку следующие команды, мы узнали мнение болельщиков и тренеров о первой лиге и развитии бурятского мини-футбола в целом. Уровень достаточно высокий, поэтому болельщики всегда довольны такими соревнованиями. Мы приветствуем проведение таких турниров. Да. Угу. Дальнейший какой шаг должен быть у нашего бурятского мини-футбола, на ваш взгляд? Ну, дальнейший шаг — это должны мы свою команду уже как профессиональную лигу пустить, мы собрались, и болельщики будут болеть все, когда этот турнир на уровне теперь республики. Мы видим, что у нас широко. Очень радует, что наша команда, особенно в этом году, прибавляет и очень и прибавили в плане результатов, ну и по тактике игры и по отношению впечатляет. Если сравнивать те года, когда нам приезжали иркутские команды, Ангарск, то они очень выделялись качеством игры. Сейчас я, судя даже по этим результатам, приятно рад. Теперь к футболу. Следующий матч играли Лара и Ирайра. Улан-Удэнцы накануне уже одержали две победы, а Иркутск потерпел поражение от бурятских коммунистов. Вот яркие моменты матча. Агрессия пошла! Пошла, 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 пошла! Много будет недовольств, что с нашей, что с их стороны. Я думаю, судейство, проигравший всегда будет недоволен. Но я считаю, счет по игре. Угу. По делу выиграли, да? Я считаю, да. Угу. Спасибо соперникам. Угу. Тяжелый тур, что сказать, слов мало. Будем делать выводы. Но в первую очередь поздравляю Лару. Молодцы, пацаны, все убились. Немножко, конечно, не скрасило матч вот эти вот судейские ошибки тактические. Но ничего страшного. Мы уже к этому привыкли, и уже не первый раз вот в Улан-Удэ занимаются такими вещами. Я не знаю, что там с ними делают, с этими судьями. Ну, знаете, на судейский корпус обращать внимание, я считаю, это неправильно. И
отталкиваясь от нашей игры, я думаю, что сегодня подвела в первую очередь реализация. При счете 1-0 мы упускаем просто два выхода один в один, не забиваем сами, доводим до вот этой истерики, и переполох этот весь. Ну и в конце, конечно, впятером были пару моментов, не повезло. Поделился своим мнением о дальнейших планах президент Ассоциации любительского футбола Бурятии, а еще и председатель Байкальской ассоциации имени футбола Дугар Санжицибиков. Планируем провести финал на серьезном достойном уровне, чтобы придать статус вообще вот этим соревнованиям первой лиги. И для того, чтобы приезжим командам с Запада к нам никогда сюда не приезжали, в Сибирь имеется в виду, чтобы им тоже понравилось, как, чтобы почаще к нам ездили. Ну вот что касаемо первой лиги. Ну и также 23 февраля планируем закончить чемпионат республики, который у нас прошел по 4 и даже 5 лигам, если считающим ветеранскую. Там приедет команда из Монголии и доиграет последние игры, и мы проведем торжественную церемонию награждения. В рубрике «Интервью» побеседуем с президентом Федерации баскетбола Бурятии Евгением Загибаловым. Юридически федерация была зарегистрирована лет 8 назад. Ну а до этого просто была общественная организация, не требовалось этого юридического лица. И лет 20 с лишним уже вот мы работаем как общественная организация, ну, включая эти 8 лет, когда мы уже официально зарегистрированы как юридическое лицо. Любая общественная организация, она ведет за собой все школы, всех тренеров объединяет, то есть те же сельские районы объединяем, чтобы не было разногласий. И, естественно, юридические полномочия без нашего участия не проводятся ни одни соревнования на территории Республики Бурятия. Вот. Ну, за эти годы, конечно, много произошло, много сделано. Фундаментально создали и закрепили школу детского юношеского баскетбола у нас в Бурятии. На базе Дюшан номер 5 города Улан-Удэ, прежде всего, это братья Аканины. Ну и сейчас уже подросли и новые молодые тренеры, хорошие достаточно, которые в свое время начинали у них тренироваться, а сейчас уже перешли на тренерскую работу. Основная проблема у нас в Республике Бурятия – это отсутствие профессионального баскетбольного клуба, потому что в любом городе, в любой республике, области, в крае, где есть этот баскетбольный клуб, и футболисты те же вопросы озвучивают, потому что детям... У нас хорошая школа, очень хорошая школа. Ребята по возрастам были призерами первенства России, ну и многократные победители полуфинальных этапов, зональных этапов. И ну, просто мы не имеем морального права их держать здесь, потому что им некуда стремиться у нас в Бурятии. То есть был бы у нас баскетбольный клуб, естественно, уже была бы своя структура самого низу до верху. Мы, конечно, не смирились, мы ждем у всех, и у тренеров, и многих, ну как назвать нас, функционеров, кто в баскетболе всю жизнь прожил и живет. У нас, естественно, мечта, чтобы когда-то этот клуб появился. Ну а нет, мы вот на сегодняшний день то, что есть, то есть баскетбол живет, и я считаю, что из игровых видов спорта это, ну, у нас в Бурятии один из лучших. Сталкиваемся мы с проблемой отсутствия залов, не хватает залов, потому что вот тренеры молодые подрастают уже. Ладно, там раньше меньше было количество тренеров, и то мы там боролись и в школах арендовали залы. В конце концов, вот лет 7 назад Сергей Рогов построил баскетбольный зал в торгово-развлекательном центре People's Park. Ну и как бы передал его для баскетболистов. Но там зал действительно оборудован, можно назвать его чисто баскетбольным. И, ну да, и в Дюсша еще. Вот Дюсша 5 построили новое здание, спортивный зал. Нам стало полегче, конечно, но все равно залов не хватает, потому что мальчики, девочки, юноши, девушки разных возрастов. И тренерам планировать процесс, они вот так по городу разъезжают. Все равно договариваются со школами, где у нас уже вот такие более-менее большие спортзалы в новых школах. И там тренируют. Поэтому зала все равно не хватает.
Школьная баскетбольная лига КСБаскет, она так называется, была создана 11 лет назад в Перми. 11-й сезон они проводят. Республика Бурятия уже 7-й год. 7-й сезон мы играем в этой лиге. С каждым годом у нас, конечно, растет количество команд школьных. Но хотелось бы лучше все-таки. У нас около половины только школ участвует в этом проекте. Это самый массовый проект у нас в России на сегодняшний день. Даже не в игровых видах спорта, а вообще. Потому что школьники, во-первых, играют с октября. Начинаются школьные соревнования, внутришкольные. Потом муниципальный этап, дивизиональный этап. Проводим вот финал четырех. Ну, естественно, победители едут на первенство Сибирского округа федерального. И если там вот у нас ребята в прошлом году хорошо выступили, они попали, вышли в суперфинал России, там заняли третье место, бронзовые медали, парни из 32-й школы. Финал четырех у нас состоится в этом году, полуфинальные игры 10 февраля. И финалы за первое-третье место 11 февраля в торгово-развлекательном центре People's Park, в спортивном зале. Приглашаю всех зрителей, потому что там интересная программа развлекательная. Ну, я хочу пригласить детей. Сейчас уже, по-моему, даже 10-го года рождения ведется набор и мальчиков, и девочек. Очень много у нас хороших, ну еще хочется раз подчеркнуть, что хорошая у нас школа и в Улан-Удэ, и по районам. Приводите детей, это прекрасный вид спорта и самая лучшая в мире игра с мячом. Кипят страсти и на волейбольных площадках. В республике сейчас три лиги. Это любительская, первая лига и высшая лига. Вашему вниманию матч женских команд первой лиги между Селенгой и Взгуту-2. Студенты одержали в этом матче победу. Слабая, натянутая игра. Надо было немножко побыстрее, поживее. Была бы интересная игра. Но вы же выиграли. Ну, мы выиграли, конечно, но ожидалось больше, честно. Что хотите вообще в этой первой лиге? Победа. Стать первыми, да? Да, конечно. Соперник очень достойный. Конечно, наша игра была... В третьей игре только мы проснулись в третьей партии. В следующий раз, конечно, захочется нам получить реванш. Ну, сами соревнования дают нам много сил, уверенности в будущем. Я уверена, что наша команда в будущем будем мы играть уже лучше, достойнее. Мы же смотрим следующий матч между коллективом ДСАФ и ВК номер 42. Я тебя не вижу, что ты выбегаешь, поэтому я стою там около тебя. Если я видеть буду, я же буду отходить. We'll be right back.
итоге победу праздновала команда ВК-42 со счетом 3-1. Пока на спортивной площадке ДОСААФ проходят игры первой лиги, в спортзале БГУ состоялась очередная тренировка среди новичков. Здесь встречаются участники волейбольного движения Бурятии, которому исполнился уже год. За плечами десятки турниров. Участвует в движении порядка 500 спортсменов. Их тренируют профессионалы. Надо разминаться, обязательно нужно разминаться. Хорошо, следующее упражнение. Выпады на правую ногу. На раз-два покачались, 3-4 смена ног. Стали по ширине волейбольной площадки, 9 метров расстояние. Угу. Броски, все в парах все. Броски двумя руками из-за головы. Поехали. Две стопы параллельно, подходите к мячу. Не надо вот так. Не надо вот так. Привычка. День мы арендуем несколько спортзалов по городу, нанимаем тренеров самых лучших в Бурятии, и по истечении 2 месяцев мы делаем итоговые турниры для новичков, где подводим итоги, оценку качества подготовки, качества обучения. В этом году мы запустили первую лигу при федерации. Также, ну, так как я говорила, что у нас около 500 человек, которые посещают периодически спортзалы. Радует, что с каждым днем нас становится все больше и больше, независимо от пола, возраста. От студентов до ветеранов у нас любой уровень. Да, любой желающий с любым уровнем может к нам присоединиться, поучаствовать в наших тренировках, в наших турнирах. Также летом мы выезжаем на Байкал, на соревнования различные по районам республики. Также мы планируем в будущем, если нам окажут финансирование, выезды в другие города. Мы начали тренироваться не так давно. Пригласили меня, брат, точнее, меня пригласил в группу в Вайбере. Как вы узнали об этой группе? Об этой группе, ну, как меня брат пригласил, получается. Ну, первый раз позвал. Мы играли в 19-й школе. Понравилось, конечно, в первую очередь. Ну, спасибо Ангелине, наш организатор, всех собирает. Спасибо ей огромное. Так, всем рекомендую играть. Здоровый образ жизни, волейбол, общение, процветание. Всем успехов. Очень нравится. Нравится тренером. Вот сегодня я в первый раз пришла к Яне Николаевне. Тяжеловато, конечно, когда давно не занимаешься спортом, но все равно интересно. И как бы, когда чему-то еще учишься, учиться никогда не поздно. Азы волейбола, тут какая физическая подготовка, насколько азы у него были в районах, потому что волейбол – это один из любимых видов спорта все-таки у нас остается в республике. Поэтому и в зависимости от того, какие турниры, ну, при и желании самого игрока, конечно, можно за полгода, в принципе, поставить навыки для участия в любительской лиге. Больших ограничений нет. То есть нагрузка все равно она регулируется, в отличие от динамичных, конечно, видов, как баскетбол, футбол. Всем тем, кто сомневается, думает и не решается, берите форму, приходите в спортзал, звоните Ангелине, пока она на данный момент собирает всех любителей волейбола. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите Лигу чемпионов в четверг в 18:30. Повторы программы в 8:30 в пятницу и в 10:30 в субботу. Для пользователей интернета программа имеется и на сайте нашей телерадиокомпании. Союз тэквондо Республики Бурятия в течение 20 лет готовит победителей и призеров чемпионатов России, Европы и мира. Запись по телефону 20 55 75. Стань лучшим, тренируйся с лучшими.
пиццерии «Манхэттен» акция. Покупаешь две пиццы, третью получаешь в подарок. Кроме этого, у нас самые вкусные роллы, бургеры, дёнер. Приходите и попробуйте. Мы находимся по адресу улица Смолина, 79. Заказать доставку можно по телефону 33 33 16. СТО «Гайка». Ремонт амортизационных стоек качественно и недорого. СТО «Гайка». Комарова 105, телефон 630 914.